Здравствуйте, мои хорошие! Рада всем, кто присоединился к рисованию, кто любит рисовать. Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Перед вами Нюша. Я так думаю, все сразу ее узнали. Кто не знает, познакомьтесь, это Нюша. Наш листочек, как всегда, нужно будет делить. Мы прям рисуем с вами всегда по схемам. Это обязательно. Моя работа здесь выполнена красками, акварелью или гуашью. Но лучше всего смешивать. Можно где-то акварелью, где-то гуашью порисовать. Какие-то детали можно отдельно фломастером разукрашивать. Вот. Теперь, значит, смотрите. Я здесь пунктирными линиями наш листочек разделила пополам. Сверху вниз по вертикали, по горизонтали пополам разделила. Разделите. Я прям показываю, где мы делим и как мы делим. Мы это делаем регулярно. Думаю, пора уже привыкнуть к этому. Теперь следующее, что мы делаем. Верхнюю часть мы опять делим еще пополам. И вот эту нижнюю часть мы тоже делим пополам. У меня здесь все пунктирная линия. Посмотрите. Разделили. И на пересечении вот этих линий и вот этих мы рисуем большой круг. Посмотрите, да, где он у нас. Он у нас наверху, вот за пределами вот этой линии. Чуть-чуть у нас полукруг, но большая часть его вообще внизу. Вот она где. И даже выходит вот за пределы этой линии. Смотрите. Я думаю, что вы справились. Молодцы. Теперь мы вот что выполняем дальше. Внизу рисуем ножки. Смотрите, как мы их легко рисуем. Раз ножка и вторая ножка. Копытца. Выделяем копытца. Да? Вот они у нас. Теперь мы выполним наши передние лапки. С одной стороны, вот за пределами вот этой линии, вот она у меня, мы рисуем раз у нас ручка такая. И то же самое мы рисуем вот эту линию. И с другой стороны еще одна передняя лапка. Лапка, ручка. Вот как выполнили. Здесь же сразу мы рисуем сердце. Вот так вот. Над этой лапкой. И тут сердце. Смотрите, здесь меньше видно, здесь больше видно сердечко. Внизу проводим вот эту линию. Вот. И уходим сюда. Здесь шире. И буквально к сердечку сюда она прям сужается, эта линия. Вот теперь сейчас я вот тут немножко уберу. И вот здесь вот уберу вот эти линии. С этой стороны уберу, и вам уже видно, да, как у нас получается Нюша, нижняя часть. Теперь переходим рисовать верхнюю часть. Смотрите, вот у нас другой карандаш возьму, вот у нас линия, да. Что мы делаем сейчас? Наверху, на голове прям, вот так рисуем вот такой вот полукруг. После этого, здесь хорошо выделю, мы рисуем что? Волосики в одну сторону и уходим сразу в ухо. Оп, выполнили. И с другой стороны раз и в ухо уходим. Оп, вот так вот. Если кому-то сложно, просто можете нарисовать эту линию, а потом отдельно нарисовать вот так вот ушко. Дальше у нас идет еще вот такая линия. Одна и вторая. А тут мы просто рисуем цветочек. А вот такая красота. И хвостик. Смотрите, такие треугольнички, как корона у принцессы. Вот, молодцы, выполнили. Теперь вот на пересечении вот этой линии, вот она, вот. Что мы делаем? Мы рисуем вот такие два больших кружочка. Смотрите, вот. И с другой стороны. Вот.
Нарисовали? Нарисовали. Молодцы. Теперь мы давайте вот эти линии уберем внутренние, чтобы нам было понятно. За пределами вот тут вот все уберем. А то вы, наверное, уже там путаетесь. Вот, нарисовали. Теперь смотрите, что мы делаем. Прям вот эти два кружочка мы соединяем еще вот такой вот окружностью. Это что у нас? Носик Нюши. Правильно. И внутри мы можем тоже вот это все убрать. Вот так вот. Под носиком сразу мы рисуем вот такой красивый ротик. С одной стороны ноздря у нашей Нюши и с другой стороны. Чем она дышит? Вот такие вот капельки наискосок мы рисуем. Выполнили. Ну и остается только вот веки с ресничками. Прям вот отсюда, вот так вот, раз, раз, раз. Выполнили. Теперь в эту сторону, вот так вот, раз. Сразу эта линия переходит в реснички. Ну и внутренние маленькие окружности. Это сами наши глазки Нюши. Вот так вот я их могу закрасить, например, карандашиком сейчас. Просто, чтобы было понятнее, да? Вот она какая у нас красота неописуемая. Вот и все. Наша Нюша готова. Здесь мы удаляем вот эти все линии. Вот тут мы все удаляем. С этой стороны. Наверху. И уходим в эту сторону. Смотрите, когда линии не жирные, их легко удалить. Поэтому не рисуйте их слишком толстыми. Делайте их тоненькими. И вам проще будет их стирать. Ну, в дальнейшем ваша задача, как раскраска, воспользоваться данной работой, смотреть на нее, рассмотрите внимательно и раскрасьте. Я думаю, это несложно. Какие здесь цвета? Белый, черный, красный и так далее. И разукрасьте. А я тем временем желаю вам удачи. Рисуйте с удовольствием. До скорых встреч. До свидания.